Добрый день! Мы продолжаем наше увлекательное путешествие по эпохе Возрождения и поговорим сегодня о трех самых выдающихся художниках Высокого Возрождения, которых назвали «Титанами Возрождения» – Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти. И смотрят с великих, бессмертных творений Сикстинская Мадонна, Джоконда, Давид. Их создали гении – Титаны Возрождения, память тех веков каждый шедевр хранит. Вы уже познакомились с термином гуманизм. Высшей ценностью признают человека. Новой формой уличных представлений. Комедия дель арта или комедия масок. Особенностью итальянское возрождение и их представителями. Джотто ди Бандоне, Филиппо Брунеллески, Сандро Боттичелли и их творениями. Послушайте отрывок из стихотворения Микеланджело. Творенье может пережить Творца. Творец уйдет природой побежденной. Однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. В чем смысл этих строк? Да, то, что создано мастером, переживет своего создателя в веках. Эпоха Возрождения – это расцвет способностей и безграничных возможностей творческого человека. Высокое Возрождение в Италии длилось с конца XV до конца 20-х годов XVI века. В этот период проходила жизнь и творчество трех великих мастеров – Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти и Рафаэля Санти. Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи – живописец, скульптор, архитектор, естествоиспытатель, изобретатель, инженер, писатель, мыслитель, музыкант, поэт и анатом. Кстати, именно познания в анатомии помогали художнику правдиво и точно передавать движение и мимику персонажей своих видений. Леонардо да Винчи изобретал сложные механизмы, машины, летательные аппараты, ходил с листиками бумаги и все время что-то записывал. Его идеи и замыслы реализовались лишь через столетия. Летательный аппарат, парашют, самолет, машина. Леонардо любил природу, птиц, и покупал их на рынке, а потом просто отпускал их. Как художник он любил использовать прем-световоздушные перспективы, то есть играть со светом, что видно на картинах «Святая Анна», «Иоанн Креститель». Использовал своеобразное построение в виде пирамиды на фоне лирического персонажа в картинах «Мадонна в гроте», «Мадонна Бенуа». Одним из сокровищ Милана является знаменитая фреска «Тайная вечеря» в доминиканском монастыре Санта-Мария-де-ла-Грация. Представьте, высота ее 4,6 метра, ширина 8,6 метра. Опыты Леонардо с химическим составом краски и грунта, которые он впервые применил в этой фреске, не прошли испытания временем. Краски начали осыпаться еще при жизни художника. В центре за длинным столом расположены Христос и 12 его учеников. Художник запечатлел момент, когда Иисус сказал: «Один из вас предаст меня». На лицах учеников мы видим удивление, возмущение, ужас. Иуда легко угадывается в участниках трапезы по отпрянувшей назад фигуре, зловещему затемненному профилю. Одно из самых известных произведений Леонардо да Винчи – «Мона Лиза» или «Джоконда» – до сих пор в мире будоражит умы. Это портрет вечно улыбающейся загадочной улыбкой женщины. «Мона Лиза» написана не на холсте, как большинство картин, а на доске. При создании «Джоконды» да Винчи использовал новаторский живописный прием – техника сфумата. Принцип мягкого рассеивания очертаний предметов, отсутствие четких границ. Из этого следует, что улыбка Мона Лизы
оптический обман. Обратите внимание на технику исполнения. Бледное лицо, будто позаимствованное из потустороннего мира. Мы видим то открытую, то еле уловимую улыбку. Части лица написаны немного не одинаково. И эта удивительная деталь создает обман зрения. А нам кажется, что Мона Лиза повернула голову. Возраст картины превышает 500 лет. В Лувре у Мона Лизы, Джоконды, есть собственный зал, где висит только эта картина. В настоящее время Мона Лиза застрахована на 3 миллиарда долларов, что делает ее самой дорогой картиной в мире. Я словно мертв, но миру в утешение я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и, значит, я не прах. Это отрывок стихотворения Микеланджело, великого скульптора, архитектора, художника, поэта. Но в первую очередь он себя считал скульптором. Его скульптура «Восставший раб» передает стремление человека к победе, воле. Микеланджело изобразил мужскую фигуру, в которой легко угадывается его следующий шаг. Раб сбросит свои оковы, освободится от пут и изменит свое положение. Одно из известных творений Микеланджело – статуя исполинского Давида из глыбы мрамора, высотой в 5,5 метров. Скульптура показывает безграничную мощь человека. Лицо героя выражает несокрушимую волю, волю к борьбе и победе. Папа Римский сделал заказ Микеланджело на роспись громадного плафона и стен Сикстинской капеллы. Это 600 квадратных метров. Отделение света от тьмы, сотворение Адама, грехопадение, страшный суд, потоп и другие композиции, которые объединили более 300 фигур. 9 библейских сюжетов стали темами росписи. Работа кропотливая и очень сложная. Это произведение стало гимном красоте и разуму человека. Фрески Сикстинской капеллы принесли Микеланджело славу. Несмотря на известность и огромный талант, жил Микеланджело как бедняк. Почти ничего не ел, страдал бессонницей, работал по ночам, работал он до самой смерти. Рафаэль Санти. Из дряхлой Византии в жизнь весна вошла, напомнив о любви, о теле, в созданиях да Винчи, Рафаэля. Разнообразен и прекрасен мир произведений Рафаэля Санти. Он прожил очень короткую, всего 37 лет, но очень яркую жизнь и был известен и знаменит при жизни. На его картинах вы видите, как утонченно художник передает всю красоту женщины-матери. Писал он прекрасных мадонн. За свою недолгую, но очень плодотворную жизнь художник написал более 40 мадонн. Из них «Мадонна Констабиле», «Мадонна в зелени», «Мадонна со щегленком», «Прекрасная садовница», «Мадонна в кресле». Образ Мадонны занимает ключевое место в искусстве Рафаэля. Его шедевр – «Сикстинская Мадонна». Открывающиеся занавеси выпускают Мадонну с младенцем на руках. Серьезный и тревожный взгляд матери говорит о том, что она уже знает, какие испытания выпадут на долю сына. Очень интересная фреска «Афинская школа», на которой можно насчитать 56 фигур. В их числе древнегреческие философы, многим из которых Рафаэль придал черты своих современников. Так, например, Платон похож на Леонардо да Винчи, Гераклит напоминает Микеланджело, а художник Апеллес – самого Рафаэля. Давайте подведем итог. Художники Высокого Возрождения достигли в своем творчестве величайших вершин. Разнообразность и гармоничность образов, сдержанность и выразительность средств и форм,
цвета обусловили уникальность и неповторимость знаменитых произведений искусства. И сквозь столетия мы восхищаемся их образами в целом и каждым фрагментом. А теперь творческая мастерская. Леонардо да Винчи в своих картинах силуэты героинь часто показывал на фоне пейзажа. И это не случайно. Пейзаж является и фоном, и выражением внутреннего состояния персонажей. Обратите внимание на фон в известных работах автора «Мона Лиза» и «Мадонна в гроте». Попробуйте выполнить фотопортрет в городской среде, на природе, в помещении. Постарайтесь, чтобы образ модели соответствовал фону, выбранному вами. Поясните свой замысел. Спасибо за внимание. До свидания.